Меня зовут Николай, мне 32 года. Я по национальности цыган. Родился в простой семье, среди простых людей. Меня родители не воспитывали. Отец с матерью, они разошлись. Значит, мама у меня в городе здесь, Череповце, отец в городе Петрозаводске. Но он меня не воспитывал. Ну, по всей случае хочу сказать, что вообще воспитывал меня Христос через эту семью. У меня были очень большие проблемы. Я всегда блудил. У меня было такое, я с одной, то с другой, то с третьей. Вот так у меня было. Значит, я был наркоманом, увлекался очень вот этими наркотиками. И выпивал спиртные напитки. И где попало вообще, у меня своего жилья не было. Значит, где попало и в подъездах, и вообще на улицах, в сарайках, где только возможно было обитать, там и был. Я смотрю сон, но я еще не верующий. Я вижу сон, что куда-то я лечу. Я вижу ворота и на небе какое-то лицо. Это был Господь сам. Я встаю со страха, у меня открываются глаза, я бегу опять, значит, в этот, как его, ну, православную церковь. Я хотел денежки заработать там, ну, напросить и уехать. А какое напросить? У меня что-то творится внутри меня, в желудке. Я отдаю эти деньги там и побежал, значит, в этот, как его, больницу. Прибегаю, мне опять УЗИ делают. Мне говорят, что у тебя панкреатит, уже желудок в дырках. Мне говорят, что 10 дней тебе надо отлежать, но тебе нельзя ни есть, ничего вообще. Значит, я отлежал эти дни, выхожу и уезжаю в город Вытегра. Знаете, да? Я приезжаю в город Вытегра, меня встречает там брат. Я не знаю почему. Я приезжаю, чтобы взять деньги и уехать в Архангельскую область. Но встречается мне брат, а он верующий. А я его знаю, ну, это мой по крови брат. Значит, он на мотоцикле едет, говорит: «Коля, ты откуда?» Говорит, я не знаю, почему это Бог послал так мне его. Я сажусь с ним на мотоцикл. Мне радости какие-то, я не знаю. И я уезжаю. Я приезжаю его в дом, он кормит, поет меня. И, значит, ближе к вечеру он мне рассказывает о Христе. И я пошел в первую церковь, я ходил в доме горшечника, знаете такое? Я пришел в эту церковь, в эту христианскую, там покаялся, попросил у Господа прощения. И потом была международная конференция в городе Вологде, это библейская. И там происходила конференция. Я помню, что я сидел наверху, а внизу там это происходит, как его, конференция идет, там про проповеди. И я сижу наверху, там как балкон, и я вот сижу, и я вот там проповедуют, а я чувствую, кто-то меня, как будто что-то во мне, что-то творится внутри. Я не могу понять. И знаете, так вот, как будто что-то растет во мне. Я не могу понять вообще, я сперва не понял. А потом я ну, как бы вник в это, что я понял, что это Бог что-то от меня во мне творит. Знаете, в этот момент я вам хочу сказать такое свидетельство, так для меня, так это вообще просто. Бог мне слепил мою печень.